Международный военно-технический форум «Армия-2022» прошел на Камчатке. Сразу в трех городах полуострова – в Петропавловске, Елизаве и Вилючинске – с 18 по 21 августа жители и гости края могли посетить это мероприятие. В местах проведения форума можно было посмотреть выставки вооружения, военной и специальной техники, тематические площадки, принять участие в спортивных соревнованиях и мастер-классах. Были также развернуты полевые кухни и пункты отбора на военную службу, где желающие могли вступить в ряды вооруженных сил российской армии. Добавим, форум впервые проведен 7 лет назад, в июне 2015 года в Московской области. С тех пор, в соответствии со специальным распоряжением правительства России, он проходит ежегодно, постоянно увеличивая свои масштабы и расширяя географию. Мероприятия, проводимые под эгидой Минобороны России, стали уже традиционными и с каждым годом собирают все больше участников и зрителей.